Но сегодня фрицы вряд ли сунутся. Испортили мы им праздник. Да, но все равно смотреть надо в оба. Есть в оба, товарищ гвардии лейтенант. Встретим по-новогоднему. Ребят, поздравьте. Ладно, поздравлю. С победой и наступающим Новым годом, товарищ Румянцев. Спасибо, товарищ гвардии лейтенант. Побольше бы таких боев. Мы бы живо фрицев до Берлина догнать. Будут помнить 1942 год. Будут помнить. Будут, товарищ Румянцев. Обязательно будут. Видав? Стат! Мирно! Вольно! Трофей, товарищ лейтенант. Вот сволочь. Ну да. Сирлих, манирлих, унганц, аккурат. Постарались фрицы. Только вот вина нет. Удирали очень быстро, ни одной бутылки вина не оставили. Будет вам и вино. За Кахетинское не ручаюсь. О, коньяком отдаю. Товарищ гвардии лейтенант, сержант Остапенко из разведки прибыл. Язык доставлен согласно приказу. А? Да не, вы не беспокойтесь. Когда бы он возражал, очень, когда я его брал, так... Пришлось ему объяснить текущий момент. Ну ладно, ладно. Сегодня же доставить в штаб. Там уже давно языка дожидаются. Есть, доставить в штаб сегодня же. На. О. Ого, ничего. Сыграйте, товарищ лейтенант. Верно. Да, да, да. Ну что ж, пожалуй, можно. Помню сентябрьский вечер, дачный вокзал под Москвой, нашу прощальную встречу, хмурой осенней порой. Поезд к перрону подходит, мы расстаемся с тобой. Ты на прощание мне даришь вязаный шар голубой. Северо море шумело, нас окружали кольцо. Кинулись в жарое дело, смерти смотрели в лицо. И сквозь снега и туманы вижу я образ родной. Вечно меня охраняет вязаный шар голубой. Грозное время промчится, с фронта вернусь я домой. Теперь ничего не случится, друг мой далекий, родной. Нам улыбнутся березы в ярком багрянце зари. Снова на том же вокзале будешь встречать меня ты. В ласковый вечер весенний снова увижусь с тобой. В этом порукою будет вязаный шар голубой. Товарищ Гамиловый, поторопитесь, уже без 5:12. Для Маруси.
ровно 12, друзья мои. Не пришлось немцам здесь пировать, но и нам обошлось это недешево. Осталось нас 10, да двое в карауле, всего 12. 12 апостолов. Да, товарищ Остапенко, 12 апостолов. Но зато мы Новый год встречаем в немецком блиндаже, взятом с боя. Мы выбросили немцев на мороз и овладели высотой. И завтра снова крепко тряхнем их за погибших товарищей. За все. За завтрашний бой. За победу, товарищи. За победу! Чудесное слово «победа». Встать! Мира! Товарищ командующий армии, гвардии лейтенант Горлов, взвод прикрытия отдыхает после захвата немецкого ДОТа. Здравствуйте! Здравствуйте! Вольно. Продолжайте отдыхать. У кого есть индивидуальный пакет? Дайте-ка скорее. Маруся! Бин! Да пустяки, так немножко царапнул. Царапнул, царапнуло. Мал тебе. Еще бы голову оторвало. Больно? Терпите немножечко. А! Товарищ, вы особого лазарета не разводите, а то некогда, надо скорее ехать. Товарищ генерал-майор, как же это, а? Долго держали захваченный участок. Ну, на шум мотора, видимо, и накрыли нас минометами. Его, черт, разве удержишь? Ему самому, видишь, все надо поглядеть. Генерал-майор Колос, где дисциплина? Ты как о командующем говори? А я не нарушаю. Была команда вольна. Ведь так, бойцы? Так точно, товарищ генерал-майор. Только, как говорится, вольно, то не больно. Зубастый. Это хорошо. Получил? А вам, товарищ командующий, Остапенко приготовил новогодний подарок. Вон. Колос, смотри, СС, значит, все-таки фон Дитмар двинул их из резерва, ты понимаешь? Товарищ командующий, я не понимаю, я вам перевязку делаю, какие могут быть разговоры? Простите, простите, простите. Вот спасибо, Марусь, что и ты получил. Правильно, сейчас она надо мной, командующий. А за этого новогоднего гуся спасибо, Остапенко. И вам всем, товарищи, спасибо. Хорошо сегодня поработали. Ну, товарищ командующий, завтра мы еще так рванем, что... О! Можно быть свободным? Можете, товарищ командующий. Спасибо. Горлов. Я. Тебя отец вызывает. Я еду в штаб фронта, могу захватить с собой. Да как же я поеду? Завтра снова наступление. Нет. Наступление откладывается пока. Дот подорви основательно, материальную часть захвати с собой. Да как же это, Владимир Петрович? Неужели отходим? Почему? Ведь душа горела, как не здорово шили. Не горячись. Постарайся, чтобы люди отступали в таком же хорошем настроении. И не задавали таких вопросов. Приказ надо выполнять. Ах, зачем ты, злая воля, дати нам? Ну, что у тебя слышно? Прежде всего, товарищ командующий, позвольте вас поздравить с четвертым орденом.
только что прочитал в газете. Спасибо, родной. Спасибо. Обожди, вот еще. Развернем операцию под колоколом. Да. Истинно суворовская школа, Вас, Иван Иванович. Садись, родной. Не могу, Иван Иванович. Взволнован. А что такое? На первой странице указ о вашем награждении. Радость для всех нас. А на второй черт знает что. А именно? Беседа с генерал-майором Огневым о связи. Ах, чьи-то. По твоей части проехал. Знаете, Иван Иванович, это пишет командующий армией. А что ж ты думаешь? У командующего армии в голове не может быть ерунды. Да. Ну, сколько раз приходится им мозги вправлять? Огнева особенно. Этот любит жить в облаках. А мы на земле. По одежке протягивай нос. Иван Иванович, хотя бы вот это место. Не хотят понять те, кому должно знать. Это он обо мне. Что сегодня без настоящей радиосвязи командовать нельзя. Это не гражданская война. Ну ясно, на кого намекает. Болтун, а что он знает о гражданской войне? Вот именно, Иван Иванович. Под стол пешком ходил, когда мы 14 держав били. И будем бить любого врага. Не радиосвязью, а геройством, доблестью. А он расплакал. Как нам? Командовать нельзя. Вот, командовать нельзя. Ну что ж, научим. Иван Иванович, а вот вопиющее безобразие. Радиосвязь, как и вообще связь у немцев, хорошая. Нам нужно учиться у врага и обогнать его. Иван Иванович, ну вот что ж, почитает это. Любой боец, командир, что же он скажет о своей радиосвязи? Что это поднимет его боевой дух? Зачем же нам пропагандировать фашистскую связь? Кому же это нужно, Иван Иванович? Ну, ты не волнуйся. Огнев будет здесь, мы его спросим. И вообще он зазнался. Строит из себя маршал. Ну, а это от молодости. Начал воевать полковником, через 3 месяца генерал-майора получил, а сейчас командующий армией. Вот голова-то и закружилась. А силенки-то нет. Вот и начал хитрить. Щелкоперство, оправдывает. Ну, ясно. Солдат воюет, а не пишет. Ты дело делай, а щелкоперы всегда найдут. И опишут, что было и чего не было. Истинно, Иванович, истинно. Разрешите приступить к докладу? Давай. Есть. Прошу вас, второй этаж. Спасибо. Связь с шкаф-группой установили? Никак нет, товарищ командующий. Почему? Приняты все меры. Думаю, что через денек, 2-3, с Петром связь будем иметь. Смотри. Голову сорву. Все будет в порядке. Разрешите быть свободным? Иди. Приходи вечером ко мне, поужинай вместе. Сегодня день-то у меня вроде праздничный. Благодарю вас, товарищ командующий. Разрешите прибыть с поздравленцем? А что у тебя? Осталось с полдюжинки старенького коньячку. Сюда. Ну, прихвати. Есть. Прошу вас. Кто это? Брат командующего. Баган! Дома! Мирон! Откуда? С неба! С неба! Ну, не изменился. Даже не посидел, а? А ведь я тебя не видел столько лет. Да? Стой. О, хорош. У нашего брата солдата фасад меняют не годы, а пуля, стык, осколок. Ну, а ты что так поддался? Мирон, и
ты ж моложе меня на 7 лет, а? Побелел. Война нам с датским трудно. Финляндский посидел, об этом побелел. Поменьше нервничай, бери с нас пример. И выходит. Разреши курить, а? Ну чего спрашиваешь, на, кури. Делай, что хочешь. Я интеллигенщину ведь и люблю. У меня все просто по-солдатски. Пей, кури, крой матом. Но чтоб дело шло. Это хорошо, когда дело идет. Ну, а на фронте как? Ух ты, брат, на самое интересное приехал. Вот, начинаем красивую операцию. Посмотришь, как это делаете. Ну, а твои-то дела как? Где пропадал эти годы? Садись. Долго брат рассказывает. Кончил институт, послали меня в Америку. Это хорошо. В Америке был. Ну, как она Америка? Гниет, точно. Ха! Так я-то ведь у Форда 2 года проработал. Простым рабочим, на конвейере. Вот что. А я думал, так, посмотреть. Ну, нет, брат. Нас ведь тоже посылали за границу. Да ну. А как же, был в Германии, во Франции. Ну, в Германии... Не понравилось? Скука. А во Франции? А вот во Франции тоже. Да, жаль, скоро отозвали. Здравия желаю. Что нового? Командующий уже спрашивал о вас. Только сейчас он занят, придется немного подождать. Ну что ж, зайдем пока в разведку. Есть. Здорово. Да. А что начальником разведки у вас все еще этот? Удивительный? Да, полковник Удивительный. Ну-ну. Битый. Ну, а теперь спроси его, в какой он части. Welches ist der Truppenteil? Bitte. В общем, bitte. А ну теперь спроси у него, сколько людей осталось у него в части. Wie viele Leute sind in ihrem Truppenteil übrig geblieben? Черт его знает. 1,5 часа бьемся. Каков стену горох? Железный человек какой-то. А вы позвольте, я его допрошу, полковник, а? Пожалуйста. Встать. Штильгерстанд. Армайн Каланда! Сигареты век! Sie sind denn keiner Berliner Spelunke. Sie sind Gefangener. Mein Verhör. Warum Zunahme? Heinrich Weiß. Truppenteil. 3. Regiment 21. Division. SS? SS. Regimentskommandeur. Oberst von Günd. Bestand des Truppenteils. Ungefähr 1100 Mann. Ein Bataillon Minenwerfer, eine Batterie 77 mm Geschütze. Tanks. Beigegeben ein Panzerbataillon, ungefähr 40 Panzer. Что же вы говорили, что он железный человек? Просто нахал. Можете записать. Лейтенант Генрих Вайс, 3-го полка 21-й дивизии СС. Командир, полковник фон Гюнт. Состав 1100 рядовых, минбатальон. Батарея 77-миллиметровых пушек при 40 танках. Товарищ генерал-майор, командующий просит вас к себе. Ага. Можете продолжать допрос.
Теперь он ответит на все вопросы. Даже добавит пару анекдотов про Геббельса. Знаешь, Володя, я понимаю. Ну, пленный, ну, Гаагской конференции и все такое. А все-таки мне очень хотелось дать ему по морде. А ну, спроси у него! Вот теперь я прямо из Москвы прилетел. Товарищ Сталин вызывал. Новую модель с конструктором показывали. Ну как, товарищ Сталин, выглядит? Изменился? Да как тебе сказать? Я не заметил. Я ведь докладывал о заводе. Надо было коротко, по сути. А это трудно. Так что запомнил вопросы, советы. Его же самого рассмотреть как-то не успел. Ну, что же это ты, брат? У вождя был и рассказать не можешь. И, брат, я вижу, делягой стал. Делягой. Да, возможно, возможно. Я спросил о тебе. Ну и что же он? Сказал, что вчера приземлился у тебя немецкий самолет новой системы. Заблудился. Так, чтобы не дожидать, пока его привезут, посоветовал мне товарищ Сталин слетать сюда и посмотреть. Быстрее дел-то. Обожди. Начальник ВВС на провод. Есть начальник ВВС. Откуда же товарищ Сталин узнал? Так ты же ему сообщил. Да нет, не сообщал. Ну тогда не знаю. А еще что он говорил? Не ругал? Кого? Меня. Нет, нет, ничего больше о тебе не сказал. Генерал-майор Удовиченко на проводе. Слушай, ты что же это, а? Почему не сообщил, что самолет приземлился? Немец на истребителе? Когда звонил? Не помню, врешь? Звонил? Не может быть. Ну хорошо, а в Москву кто сообщил? Ага, значит, в Москву успел. А командующему что? Так значит, плохо доложил. Ну да подожди, не тарахти. Сыпешь как горохом, ни черта не разберешь. Вот что, товарищ генерал-майор, впредь о таких случаях будешь мне докладывать не по телефону, а извольте лично являться и рапортовать. Кто тут? А где самолет? А черт! А самолет-то где? Так, ну обожди. 40 километров отсюда. Я сейчас туда и помчусь на машине. Ну да, сейчас ночью по снегу, к утру не поспеть. Ничего. Вот ничего. Что, доставить самолет сюда. 8:00. Только осторожно перевозить, а то у нас... И осторожно, в целости, как был, головой отвечай. А ты не беспокойся. Утром птичку будешь иметь в руках. Я, брат, все как часы. Это у вас там заседают, обсуждают. А у меня вот приказ. Умри, а исполни. Посмотрим, посмотрим. Да уж точно. Генерал-майор Огнев, генерал-майор Холост ждут ваших распоряжений. А, либо. Ну, зови всех. Генерал-майор Огнев прибыл по вашим приказаниям. Генерал-майор Холост прибыл по вашим приказаниям. Здорово. Знакомьтесь, брат мой единоутробный, директор авиазавода. Приехал по заданию товарища Сталина. Садитесь. Нет, ты, Мирон, посиди с нами, мы недолго. А потом всех прошу ко мне ужинать. Ну, давай. Начальник штаба. Я думаю, пусть вначале доложит командующий 17-й об исполнении приказа 761, а также генерал-майор Кол. Это верно. Ну, давай, Огнев. Коротко. И очень, товарищ командующий. Операция приостановлена, приказ выполнен, хотя не понимаю, для чего. А ты не будь таким прытким, после его разумей. Приказ выполнен. Но тоже, признаться, не понимаю смысла приказа. А вот тебе бы уж, старина, не следовало так рапортовать.
выполнил и все. А там жди, скажет. Это ему по молодости простить. А уж тебе-то надлежит знать, что каждому овощу свое время полагает. Так? Так точно. Ну, давай, начальник. Все наши попытки взять станцию Колокол до сих пор, к сожалению, ни к чему не привели. Немцы ее очень укрепили и сковывают наши части второй месяц. Овладеть станцией Колокол – это значит заставить немцев немедленно откатиться за реку. Командующий фронтом генерал-лейтенант Горлов приказал нам разработать следующую операцию. С севера, на подступах к укреплениям станции Колокол, командующий армией Огнев оставляет заслон, а сам с приданной ему кавалерийской группой Колоса заламывает вражескую оборону у села Александровка и движется к местечку Вороньей плоты. Южнее станции Колокол делает прорыв танковый корпус с приданной ему десантной группой автоматчиков и контролирует эти две дороги. Немцы, чтобы не попасть в полное окружение, вынуждены будут по сугробам, без дорог, бросив всю технику. Тогда вступит в свои права гавгруппа Колос. А главное, генерал Мороз. Так точно. И от немецкой группировки ничего не останется. Воля командующего фронтом уже воплощена нами. Приказа. Ну, ясно теперь тебе, почему приостановить твою операцию? Ясно. И как человека, меня ваш приказ радует. Я сам из Вороньих плотов. Вот и здорово. Но как командующий армией я буду возражать. Опять завел. Получаете приказ и дерзайте. Товарищ командующий, я знал, что вы не захотите меня слушать. Поэтому свои возражения и план действий, который я считаю правильным, я изложил на бумаге. Разрешите передать? А меня не интересует твое писание. Прячь и исполняй приказ. Дайте-ка это мне, товарищ Огнев. Я человек штатской. Мне полезно почитать, поучиться. Ты у нас в щелкоперы записался. Писатель и полез. Ты читал его статью-то о связи? Читал. Полезная, по-моему, статья. Нет, брат, не генеральское это дело, статьи писать. Статьями не навоюешь. Твое дело, ищи врага. Бей его там, где обнаружишь. Действуй, а не рассуждай. Ты что же, и военного искусства не признаешь, что ли? Я думаю, военное искусство это... А хочешь, я тебя открою? Секрет военного искусства. Главный у полководца. В душе. И вот если она смелая, храбрая, никто не страшен. Поэтому у нас хватает. Да, я бы поубавил. А прибавил бы расчета, мысли, умение управлять техникой, культурой. О культуре заговорил. А я вас спрашиваю, о какой культуре можно говорить на войне, когда война сама-то дело совсем не культурное? Ремесло наше самое грубое. Тут, брат, в белых перчатках ничего не сделает. Хотя есть у меня некоторые вот такие генералы, которые вот эту простую истину не уразумели.
То, что вы смеетесь надо мной, не очень меня бы тронуло. Боюсь, чтобы потом над нами не смеялась действительность. Это ты о чем? Ну, выкладывай на чистоту. Этот приказ напоминает мне прошлый, когда вы тоже смеялись надо мной. Ну и верно делал. Немцев мы побили и город взяли. Немцев побили и город взяли. Но кто победил? Чем взяли? Взяли доблестью бойцов, геройством средних и младших командиров. Победил боец вопреки приказу, который поставил войска в самые невыгодные условия. Это факт. Интересно. Ну дальше. А дальше получается та же история. Смотрите. Колокол клином врезался в наш фронт. Это не только станция. Это крепость. Трамплин для прыжка. Генерал Орлов 2 месяца около нее танцует, ничего сделать не может. А вот мы сделаем. И одним махом. Дерзать надо. Верно, начальник штаба? Взвешивать и дерзать, как говорил Мольтке. Не совсем точно, товарищ начальник штаба. Мольтке говорил сначала взвешивать, потом дерзать. Что соответствует русскому 7 раз примерь, 1 раз отрежь. Правильно. А если правильно, то надо точно рассчитать замысел и силы врага. Нужен маневр, который обманул бы его, который расколол бы его силы. А мы хотим взять на уру. На авось, как будто противник у нас дурак и спит. Вот-вот. Пока ты будешь рассчитывать, да маневрировать, вот он-то и прорвется. Главное натиск. Ошеломить и уничтожить. Ошеломить-то мы можем. Не раз ошеломляли. А вот окружить и уничтожить... Это реже получается. Ну это... Она и не ночевала. Потому что нет в нем мысли. Как можно затевать такой прорыв без поддержки танков? Они используются для окружения. Да разве так окружают? Ведь вы просто одним махом нарисовали круг. А нам, вали, ребята, замыкай с 2 сторон. Куда к черту вы отправили танковый корпус? Ведь ясно, только я рвану вперед, немцы ударят по моим тылам. Ну, довольно, генерал-майор Огнев. Я тебя вызвал не для дискуссий. Ты, очевидно, забыл, что ты находишься не на комсомольском собрании, а у командующего фронта. С комсомольского возраста я давно вырос. Вырос? Видно, недавно. Если перебиваешь своего командующего. Виноват, товарищ командующий. Кто-то, садись. Ну а ты что, старина? Что ускрутишь? Товарищ командующий фронтом, дорогой Иван Иванович, с тобой я всю гражданскую войну прошел. Вместе мы начинали. Вместе хлебали и горе, и радость. Умереть за тебя готов. Но правда превыше всего. А правда на стороне генерал-майора Огнева. Танковый корпус не загонять нужно черт знает куда, а предать армию Огнева. Ну, хватит. Наговорить. Вопросы по существу будут? Будут вопросы? Позволь, Иван Иванович, давай все-таки разберемся. Немцы в самом деле могут бросить танки в тыл Огневу. А, ерунда. На станции Колокол у них сколько, 50? 50. Ну, 50 танков, они укрепились и сидят. А если из-за реки бросят? Ну, а если землетрясение? Хватит, Гайдар, ты же приказ подписал. Да подписать-то я подписал. Все кажется верным. Ну, рука-то у меня дрожала, как никогда. Ну, это от того, что из тебя штатский дух из тебя не вышел. Возможно. А вдруг все-таки бросят?
Ну, на войне, дружище, всегда вдруг. Война – это риск, а не арифметика. Нет и арифметика. На станции «Колокол» 200 танков. Что такое? Откуда они? С Луны упали? Вчера пленный показал 300, другой 200. Даже если взять среднюю цифру. Оба набрали, что мало они врут, запугать хотят. Это их метод. Удивительного. Есть. Быстро! Плохо у нас с разведкой. Надо принять серьезные меры. Почему? Не согласен. Полковник удивительный по вашему приказанию явился. Сколько танков на станции «Колокол»? 50, товарищ командующий. Не больше? Может, за последние 5 дней подтянули еще немного, но не думаю. А вот генерал-майор Огнев говорит, 300. Откуда, товарищ командующий? У них на всем нашем фронте, пожалуй, 500 не будет. Верно. Разведчикам моей 30-й дивизии сообщили партизаны, что за последние дни прошло 5 эшелонов цистерн на станцию «Колокол». Вы не знаете, для чего им понадобилось столько бензина? Не могу знать. Вероятно, готовятся к будущему наступлению. У них вообще там склады. Партизан твой наврал. Они тоже много врут и мало делают. Кто ими сейчас командует? Не могу знать. Раньше командовал этот... Вот забыл. Фамилия такая тяжелая. В общем, генерал-майор Фон. Его убрали. Теперь какой Фон, не знаю. А какова огневая мощь этой группировки? Обыкновенных 4 дивизии. Приблизительно 70% состава. Точнее сказать не могу. Есть у них лыжные полки? Нет, не думаю. Может быть, небольшие группы. Немцы ведь вообще к зиме не готовились. Черт вас возьми. Мне не интересно, что вы думаете. Мне интересно знать, что у немцев есть в действительности. Знаете вы или нет? Отвечайте. Володя, успокойся. Ты что орешь? На базар приехал. Что это такое? Возможно, думаю, полагаю, вероятно. Да как же вы разрабатываете приказ при таких сбивчивых данных разведки? Данные у нас есть, не беспокойтесь. Данные? Какие данные? Авиация не работала 5 дней из-за метели. Какие еще данные у вас есть? За это время немцы черт ее знает, что могли наделать. Товарищ командующий, мне нужно поговорить с вами. Прошу на несколько минут. А что? Там скажу. Успокойся, Володя. Очень болит. Не понимаю вашей истерики, товарищ генерал-майор. Я считаю, что... Послушайте, товарищ удивительный! Вы бы помолчали. Потому что если он сейчас спустит в вас пулю, так я в любом трибунале буду доказывать, что так и следовало поступить. Я уйду. Для того, чтобы успокоить ваши деликатные нервы. Вот фрукт. Нет, он просто недалекий человек с ограниченными способностями. Зачем же вы его держите? Не я его назначал. Вы думаете, мне с ним легко? Приходится мириться. Почему? Ну, как вам сказать? Воевал он с командующим все время еще с гражданской.
Работник старый, честный, заслуженный, но слабоват. Ну вот что. Твой сосед слева, командующий 25-й Орлов, выдвинется до Александра. Этим самым прикроет твои тылы, так что за коридор свой можешь не беспокоить. Его не закроют. Но если они истянули несколько танков на станцию, то ерунда, на снег они из укрепления выйти побоятся. Предупреждаю, приказ исполнять точно. За малейшее отклонение голову сорву. Это ты запомни крепко. Но за недостойное поведение здесь делаю замечание, а впредь буду спрашивать со всей строгостью. Ясно? Я спрашиваю! Ясно? Ясно. Разрешите идти? Идите. Ты скажи, объясни ты мне, наконец, что происходит. Ведь на передовой ничего не понимают. От того, что я здесь услышал, я окончательно запутался. Ну, почему приостанавливается успешная операция? Почему? Ну, долго объяснять. Ну, Серег, да и не поймешь, родной. Стратегия. Над рекой блеск очей чернобровый. Фронт выравниваешь, да? Точно. А ты вперед выравнивай, а не назад. Пусть все дерутся, как мои апостолы. Видишь ты, какой прыткий. Гвардии лейтенант Горлов, вы в масштабе вашего взвода рассуждаете. Чтобы у тебя и мысли куцые, Серега. А вот Огнев говорит... Огнев? Опять Огнев? Твоему Огневу не мешает знать пословицу. Знаешь, чак-сверчок, знай свой шесток. Это же неправда. Ну, а ты не учи меня. Могут еще учить. А ты разве в гражданскую старик был? А ну тебя. Нет, ты пойми, отец. Я ведь не только лейтенант. А я еще твой сын. Я своим апостолам в глаза не могу смотреть, будто я сам виноват в чем. Да ну, пойдем выпей лучше водки за отца. Серега. Ух, раскис. Серега. Ты бы остановился, Серега, а то совсем опьянеешь. А ты меня не удерживай, дядь Мирон. Я ведь на передовой совсем не пью. А сегодня я хочу быть пьяным. И это только по случаю твоего приезда. А я не желаю. За командующего фронтом не пью. Это почему же? За отца я сегодня выпил, и кажется, сверх норм. А за командующего не желаю. Да. Вы, товарищ член военного совета, на меня не обижаетесь. Я ведь только это здесь говорю. Вообще я порядок знаю. Командующего надо уважать и подчиняться ему. Следует беспрекословно. Но пить я за него сегодня не желаю. Да? Все. А теперь, гвардии лейтенант, тихо. Тихо. Спать. Спать, спать.
Вот это верно. Да-да, я иду. Но только я хочу объяснить свою мысль. Почему среди гостей нет моего командующего генерал-майора Огнева? А? Не знаете? Я спросил отца, а он так вырубился. Не любит. За что? Не хочет понять, что мой командующий генерал-майор Огнев — это все равно что... Чапай! Нет. Багратион! Нет, нет. Ну, Суворов! А ты не смей сидеть, Мирон. Ну, а кто же? Он Огнев. Владимир Огнев. Это надо понимать. А старик мой отец — недалекий человек. И обидно. Очень обидно. Да. Командующий фронтом или не понимает ничего, или не хочет понять. Закрепиться здесь и ждать. Чего ждать? Покуда немцы не подтянут, что могут. А потом скажет. Что ж, голубчики, влипли? Сколько я мозги вправлял? Куда смотрели? Чтоб его черти взяли, старый бык. И откуда это у него все взялось? Все недалекие люди такие. Доберутся до власти и любуют собой. Хотят всех поучать, обязательно дубиной мозги вправлять. Я к вам с полковником Свечкой. Обстановка усложняется. Ну-ну. Докладывайте, командир. Здесь вот, с обкольчиком у нас. Это примерно будет от нас... 53 километра. Так точно. Обнаружено скопление танков. До 60 машин. Дальше. Восточнее совхоз, село Синица. Утром прибыла дивизия СС и 200 танков. СС, знаю. Пленный-то не зря болтал. Дальше. Туда идет еще одна колонна до двух полков. Разведчикам сообщили об этом партизаны. Двое из них прибыли. Договорил с ними. Местные? Так точно. Дали очень важные сведения. Оказывается, немцы от реки до станции Колокол проложили новую дорогу. Вот она. Согнали население и строили день и ночь. Вот это новость. Что же будет, от нас километров 30? Так точно. И по ней нет движения. Вероятно, чтобы наша авиаразведка не обнаружила. Интересно. Дальше? У меня все, товарищ командующий. Комдив Яковенко только что сообщил, что установлена разведка продвижения противника к нашему коридору из Колокола. Сколько? Дивизии до 70 танков. В каком пункте? Здесь были в 15:40. А сейчас 16. Чего стоит теперь вся стратегия Горлова? Танковый корпус застрял где-то на старых дорогах. А немцы новую построили, о которой никто понятия не имел. Танков говорили нет, а они есть. Мчатся нахально нас. Перережут коридор, пользуясь случаем, что Орлов спит. Как у вас заход? Тихо. Противник очень сопрекажет, я пройду до самой реки. Вы в шахматы играете, товарищ Свечка? Шахматы? Так точно. И, вероятно, плохо играете, дорогой товарищ Свечка. Так точно. Не важно, товарищ командующий. А почему вы... Почему я полагаю, что вы плохо играете? Потому что посредственный игрок думает только о своих ходах, о своих планах. А хороший игрок, прежде всего, думает о том, как ему может ответить противник. Вот вы говорите, дойду до самой реки. Нет, батенька. Они только этого и ждут. Приказываю немедленно вернуться в Вороньи плоты. Нам сейчас нужно всем быть в кулаке. Отход прикроете авиацией и артиллерией, чтобы вам хвост не натрепали. 19.
Будете рапортовать об исполнении приказаний. Исполняйте. Горлов, Горлов. Мне бы теперь танковый корпус. Слушай, старина, ведь фронт его все равно потерял. Хорошо бы нам его подобрать. Поищи хорошенько. Пошарю, Владимир Петрович. Но немцы, ох, канальки. Узнаю вашу походку. Хитро задумали. Кто? Немецкое командование, конечно. Смотрите, как охватывает. Очень хитро. Какая же тут хитрость? Наоборот, плохо пользуются нашей глупостью. Если бы немецкое командование сделало такую ошибку, как наш командующий фронтом, то я бы еще третьего дня окружил и уничтожил гораздо большую силу, чем у нас. Слабое утешение. Пока что они явно берут нас в клещи. Да. Теперь, небось, репетируют, как нам завтра утром погромче крикнуть. Русь, сдавайся, вы окружены. А мы им ответим. Не ходи ты под окном, не греми под оборами, катись-ка ты, та-да-ра-ра, ри-ри-ри-ри-ри-ра, своими разговорами. Не очень ты ответишь. Надо скорее отходить, пока коридор наш окончательно не закрыли. А ты как думаешь, старик? Неохота уходить назад с побитой мордой. Не люблю. Тоже правильно, это совсем правильно. А ты сам ударил. Смотрите, друзья. Ведь гарнизон-то они из Колокола выводят, чтобы нас словить. Часть танков уже ушла, чтобы перерезать наш коридор. Часть возится где-то на старых дорогах с нашим танковым корпусом. Ну и что же? Ведь они нас здесь, у воронних плотов, за ворот хватают. А ты руки вытащи, а рукава им оставь. У воронних плотов мы оставим небольшую группу. Два полка, артиллерию, что потяжелее, конницы для виду. Пожалуйста, немцы. Армия стоит, ждет ваших тисков. Так, так, вы хотите их сковать? Ну, а потом? В чем, собственно, секрет? Не понимаю. А, значит, все-таки есть секрет. С наступлением темноты наши основные силы вместе с лошадками Колоса выходят на новую немецкую дорогу. И рванем, что духу хватит, прямо в задние ворота Колокола. Да. Пожалуй, это единственный выход. Это не единственный выход. Это решение основной задачи фронта, занятие Колокола. Смелый план. Только очень уж... Ведь если немцы разгадают наш ход, они бросят танки в мост. Колос? А вот заслон и должен держать их во что бы то ни стало во все время атаки. Ну а когда займем Колокол, не страшно. Пусть возвращаются, уже поздно. Склады с бензином, снарядами, питанием всех родов в наших руках. И колотить мы их будем у их собственных укреплений. Да-да. Немцы хотят отрезать и окружить нас. Пожалуйста. Мечтаем об этом. Отход свечки к вороньим плотам они примут за нашу попытку вырваться из окружения и наброситься на него. А на этом удобном горбике свечка с своими гвардейцами сможет продержаться целые сутки. И вот тогда дело, как говорил славный старик Суворов, ножках, ножках. В быстрых переходах прыгнуть там, где немцы никак не ожидают, и ударить колокол. Thank you.
мороз сегодня. Слушай, 35 есть? А черт его знает. Может и есть. Мороз ничего. Сквозняк плох. Дует, как у нас в казахской степи. Батареи придан пулеметный взвод. Гранатами снабжены как следует. Хорошо. Батарею оставим здесь, прикрывать нас с фланга. Понятно. Горлов! Есть! Командир батареи гвардии лейтенант Горлов. Здорово. Здравствуйте. Отца видел? Так точно. Сказал, передай гвардии полковнику свечки, что скоро приеду в гости повидать старого друга. Хорошо, что не забывает. А вот насчет приезда, так покуда дорога к нам не важная. Твоя батарея останется здесь. Будешь прикрывать план к армии. Понятно? Так точно. Здравствуй, Горлов. Здравствуй, товарищ командующий. Хорошую позицию выбрал с толком. Должен предупредить, чтобы по этой дороге не то что танк, чтобы ни одна мышь не проскочила. Ясно? Ясно, товарищ командующий. Кто-то. Донесение от генерал-майор Колоса. Можете идти. Есть! Голос доносит, что в его расположении вышли остатки нашего танкового корпуса. Машин 40. Пробились сквозь немцев. Молодцы. Пойдем к танкистам, посмотрим, нельзя ли их пустить в дело. Итак, что бы ни случилось, до приказа остаетесь на месте. Даже если... Будет исполнено. Желаю успеха. Благодарю, товарищ командующий. С места не сойдем. Сережа. Не беспокойтесь, Владимир Петрович. Вас ждут. На батарею. Справа от дороги вижу вражеские танки. Без приказа не стрелять. Ну, апостолы, есть случай делать чудо. Остапенко, выдвинуться влево к дороге ползком к дереву. Быстро! Есть! К дереву! Помилуй! Вперед! Пулеметному взводу. Вижу десант на танках. Есть. Пулеметный взвод. Десант на танках. Теперь я вижу. Раз, два, три, шесть, восемь. Он яка. Он сегас. Чирма, чирма, бер. Сколько? 25, 26. Башлыков? Есть, Башлыков. Вперед на 100 метров ползком, быстро. Есть. Шехметов, вперед. Бойся, сестренка, побьем.
сама знаю. Товарищ гвардии лейтенант Горлов завсегда побеждает. У него такие наводчики. Ты Васю Сокола знаешь? А какой он? Такой, глаза синие-синие. Брови черные, как крылья. Ух, на всю гвардию такого нет. Катька, видно, к нему подсыпается. Но он на нее никакого внимания. Рыжая она и в веснушках. Мы с ней вместе служили. Я курьерша, она уборщица. Ну вот вместе на фронт приехали. Да ты видел ее? Да тихо ты! Подходят! Ну их, еще далеко. Вася сказал мне сегодня. Знаешь, Маруся, хоть 100 танков давай, все могу. А я его поцеловала. А он теперь и ты еще не страшна. Вот храбрый, а? Ужас храбрый. Ты Катю-то не видел? Да нет. Ну и ничего не потерял. Вася мне вчера не так сказал. Знаешь, Маруся, Катя, конечно, неинтересная особа. Но письма пишет красивые. Ну я ему говорю, ну что ж, Вася, ну может у нее письмовник. Батарея! Прямой наводкой по фашистским танкам! Огонь! Масло обеспечили и сложили ручки. А вода? О воде горячей вы подумали? Завести танки они могут? Товарищ командующий, у них цистерн не оказалось. Какие к черту цистерны? Танки вышли из окружения, ясно? Да, у нас тоже нет цистерн. Мы ищем, но... Чего ищете? Кухни походные у вас есть? Собрать все кухни и кипятить воду! Иначе я вас самого заставлю заводить танки. Есть кипятить воду. Как в вашем хозяйстве? Угадали. Немцы за ночь активизировались. Вот их передышка. Фон Дитмар вывел танки из полка, перерезал наш коридор и обрушил их на наш заслон оборонных потов. Так, прелестно. Значит, мы уже отрезаны, уже окружены, уже разбиты. Отлично действие, просто как первые ученики. Точно, аккуратно. Патрон слушает. Да. Движутся быстро, с напором. Ничего, посмотрим на их походку, когда обстановка сложится не по уставу. Сейчас доложу. Генерал-майор Колос вышел на новую дорогу, просит разрешения атаковать колокол. Ждать. Он шумит. У него кони не кормлены. Торопится захватить фураж у немца. Дайте руку. Здравствуй, старик. Придется подождать. Сам знаешь, хочешь ударить, не растопыривай пятерню, а сожми кулак. Ну да, но у меня кони 10 часов не кормлены, не выдержат. А хлеб у бойцов есть? А, хлеб есть. Кормите коней хлебом. А люди? Люди поймут, если они настоящие люди. И жди сигнала. Сколько, сколько? Так, так, хорошо. Что, свечка? Как заслон? Тяжело, но держит. Отбили 16 танков, батарейцы Горлова 11. Молодцы, дайте трубку. Свечка, деретесь? Держись во что бы то ни стало. Сейчас выходят наши танки. Держись. Дьяволы!
пойдешь. Что ты? Меня попало. Санитара! Санитара! Есть, родной! Десять танков подбили! Нет, 11! Маруся! Ложись! Ой, убили ее! Нет, нет! Бежит! 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 Ну как там? Приготовиться! Сейчас двинут в обход! Повернуть пушки! Сюда не смотреть! Да-да, я защищен крепко! Следить только за флангами! Да-да! Thank you.
мне. На провод. Еще 50. Танки. Танки. 5 танки. Откуда они взялись? Сколько их? Точно сказать не могу, но наши данные... Молчать! Данные! Слева берешь мои данные! Будет у тебя связь! Виноват, товарищ командующий! Техник! Супчин сын, зарезал ты меня! Да! Зарезал! Я у провода. Высылайте! Радируйте патрону! А ты что смотрел? Что ты разрабатывал? Ваши указания, товарищ командующий. Ох, академики! Все на меня? А где управление? Где танковый корпус? Где огнем? Бой же идет. Подлецы, вы понимаете, бой! А я с вами, командующий фронтом, тут как слепой щенок! Мордой об стол тычусь! Он расстреляет всех, черт внимательный! Товарищ генерал-лейтенант, только что перед нас с провода по радиотелефону... Ну, считай! Танки противника подходят ко мне, все убиты, боеприпасов больше нет. Прощайте, товарищи, берите победу без нас. Лейтенант Горлов. Серега. Сереж. Что же это? Владимир Петрович, полковник Свечка доносит, фон Дитмар бросил на заслон почти всю группу танков. Конечно. А вы как поступили? Он же думает, что атакует всю мою армию. Если бы он знал, что его держит только горсть храбрецов, кучка богатырей. Может быть, все-таки ускорить атаку Колоса? Ждать. Владимир Петрович, заслон не выдержит. Выдержит, я знаю этих людей.
Танки, торопите танки. Накрутите им хвост так, чтобы броня вспотела. Товарищ командующий, наши танки вышли на рубеж атаки. Наконец-то. Колоса на провод. Есть. Радируйте танкистам. Атаковать немецкие танки немедленно, сходу. Есть. Выдержали. Молодцы апостолы. Ордена всем герои Советского Союза представлю. Спутали немецкую арифметику. Голос. Ну, отец, тряхни стариной, двигай!
Едешь. Самолет готов. И так я у тебя засиделся. Угу. Не думал я, что мой отъезд такой печальный будет. Да. Сергея я любил. Хороший он был. Честный, горячий. Я просто не могу представить. Трудно. Война есть война. Я понимаю, Иван, как тяжело тебе. Не знаю, скоро ли встретимся, может. Прости меня, хочу сказать тебе несколько горьких, но правдивых слов. Я должен. Сделать. Давай. Давай. Знаешь, брат, не надо обманывать себя и государство. Ты не умеешь, не можешь командовать. Это не по твоим плечам. Ну, не то время. В гражданскую ты воевал почти без артиллерии. И у врагов ее немного было. Воевал без авиации, без танков. Без серьезной техники, которая теперь есть. И которую нужно знать, как свои 5 пальцев. А ты ее мало знаешь. Или даже вовсе не знаешь. Уйди сам. Ну, пойми, Иван. Что я скажу рабочим, инженерам, когда вернусь на завод? С первого дня войны они не выходят из цехов. Герои. День и ночь мы строим машины для фронта. Какие машины? И для чего? Чтобы из-за твоей неумелости, отсталости, гибла их добрая половина, так? Пойми, Иван, пойми, покуда не поздно. Иначе тебя с ним. Обожди. Вот этот гражданин едет сейчас на аэродром. Проводи его к машине. Слушаюсь, товарищ командующий. Прошу вас. Не беспокойся обо мне. Я свою дорогу знаю крепко. Вот тебя, я думаю, действительно скоро придется провожать. Прощай. Разрешите, товарищ командующий? Ну? Генерал-майор Огнев и генерал-майор Колос прибыли по вашему приказанию. Вы пусть меня там и ждут! Есть. Думать только. Кто бы мог ожидать? Ведь все данные разведки говорят за то... Какие данные?
У нас никогда не было серьезных данных. В этом наше несчастье. По-вашему, выходит, что у нас вообще разведка не существует? Но уж если говорить правду, так на нашем фронте ее нет. А передовые части? Передовые части видят, что делается у неприятеля только до первого бугра. А что за бугром? Чаще гадают. Авиация? Мы, если бы не авиация, совершенно ничего бы не знали. Ага, значит, авиаразведка не существует. Авиаразведка не в силах все сделать. Тем более, что данные авиаразведки сами нуждаются в проверке. Я с вами не согласен. Я даже удивлен. А сводки, которые я каждый день готовлю для вас, для командующего... А я их решил не читать. Довольно. Надо принимать самые серьезные меры, или нас с вами будут судить. Настоящая разведка – это 50% успеха, а иногда и все 100. Только дурак это не понимает. Мы ж слепые люди. Позор. Странно. Выходит, что мы... Да-да. Дураки. Я, потому что с вами работаю... Вы же от природы такой удивительный. Товарищ начальник штаба, командующий другого мнения о моей работе. Он меня знает много лет. Я протестую. Я, наконец, орденоносец. Я знаю, что думает о вас командующий. А то, что вы орденоносец, это просто недоразумение. По-вашему, выходит, что правительство, награждая меня орденом, ошиблось? Да. И дважды. Первое, что вас наградили. И второе, что за нашу работу ни у меня, ни у вас орденов не отобрали. С треском! С опубликованием в печати! Правительство ошиблось. Правительство ошиблось дважды. Разведка у нас никуда не годится. Что он тут еще говорил? Да. Меня назвал дураком. Ясно. Эти настроения известны. Типично пораженческие. Обожди, ты еще почувствуешь, какой я разведчик. Иванова. Иванов, это удивительный. Когда у тебя партбюро? Сегодня? Очень хорошо. У меня одно дельце. Разобрать надо один вопросик. Слушай, ты не помнишь по анкете, из какой семьи Благонравов? Ну, происхождение. Сын дьякона? Угу. Нет-нет. Да так, все. Я буду. Ну, ясно. Разрешите войти, товарищ командующий? Входи. Голова трещит. Так и не заснули всю ночь? Какой? Ну как можно, Иван? Ну как можно? Ваше здоровье дорого всей стране. Дай воды.
Поздравляю со взятием колокола. Ладно. Что у тебя? Вот. Положи, потом почитай. Иван Иванович, нехорошее настроение обладало. То есть? Всем и всеми недоволен. Пахнет пораженчеством. Он говорит... Да ну его... Да? Ну? Да, подтверждаю. Я их душонку знаю. Командующий что-нибудь сделает, они сразу к его славе примазываются. И ходят гоголем. Ордена. А чуть что в кусты. Ответственности боятся. Мозолей-то у них не было. Откуда же у них закалка возьмет? Ступай. Прочтите. Если исправление не будет, сейчас дам шифровать. Из Москвы второй раз звонили, требуют подробностей. Угу. Так. Ну что, хорошо. Хорошо. Ну вот это уже нет. Почему? А ты что, с неба упал? Командир танкового корпуса кто у нас? Балда, дурак. Потому его и побили. Об этом честно и надо написать. Я все-таки думаю... Ну, то, что ты думаешь, меня это мало интересует. Будет так, как я желаю. А это что за открытие? Что же это? Огнева в Александр Македонский производишь? А эту старую калошу Колосов Суворова? Так. Там этого нет. На операцию не провели. Блестяще. Колокол взят. А кто это они? А мы-то где? Почему приказу они действовали? Как раз они вопреки нашему приказу действовали. По своему собственному плану, на что они получили согласие Москвы. А это я у них спрошу. Для этого я их и вызвал. Смазывать командование фронта не позволю. Ну и нечего развращать молодежь. Огнев и так выскочка, а тут он... Тут он совсем испортится. Изволь, голубчик, переделать. Через час тащи ко мне. Товарищ командующий, извините, но я больше не могу с вами работать. Я прошу меня снять. Я решил это потому, что... Постой. Постой. Корабль еще не тонет и тонуть не собирается. А уж ты как крыса. На утек. Не выйдет, братец. Не выйдет. Я сперва с тебя штаны спущу, потом шкуру сдеру, ну а потом, может, и выгоню. Товарищ командующий! Довольно! Все, исполняй приказание. Я не могу, я... Ты не заикайся! Всю жизнь заикаться будешь. Ты мой нрав знаешь, я в психологиях не понимаю. Иди! Давай огневый колоса! Есть!
явились вашему приказанию. Вижу. Что это ты так сегодня вырядился? А ты, небось, всю ночь усы крутил? Что ж думаете, поздравлять мы вас будем? Банкеты вам устроим? Ошиблись, голубчики? Мы знали, ты вы это скажете. Ну, так точно. Садитесь. Давайте поговорим по душам. Ну, с кого же начнем? Я думаю, с тебя, Гнев. Тебе дано было больше, с тебя и спрашивать будем больше. Ну? Что молчишь? Жду вопроса. Ну, чего же ждать? Расскажи, почему оперативный план не был проведен в жизнь? Мы имели разрешение Москвы действовать по нашему плану. Вам это известно. Станция «Колокол» взята. Немецкая группировка разгромлена. Наш план оказался правильным. А кто же я в таком случае? Командующий фронтом или нет? Послушай, Огнев, что ты задумал? Чего ты от меня хочешь? Чтоб вы не командовали больше фронтом. Ага. А ты тоже этого желаешь, мой старый друг? Так точно. Ну вот теперь, голубчики, я вас понимаю. Здоров! Здравствуйте! Вовремя приехал. Задержали в Москве. Очень рад, что я вас застал. Поздравляю с замечательной победой. Обожди поздравлять. Почему? Ты знаешь, что он мне только что сказал? Ну, повтори. Пусть член военного совета услышит. Ну, что ж хвост поджал? Товарищ член военного совета, я заявляю, что у нас нет командования фронтом. Так точно. Слыхал? Да. Выйдите на несколько минут и подождите. Ну, я им покажу. Ты что делаешь? Сейчас закончу. Будешь подписывать, прочитай. Я им правлю мозги на всю жизнь, запомни. На, подпиши. Хватит, товарищ Горлов, мозги-то вправлять. Вот, прочтите приказ Москвы о вашей отставке.
ты человек храбрый и преданный нашему великому делу. Это очень хорошо, и за это тебя уважают. Но этого недостаточно для победы над врагом. Для победы необходимо еще умение воевать по-современному. Умение выращивать молодые новые кадры, а не отталкивать их. Вот этого-то умения у тебя, к сожалению, нет. Конечно, знание дела и умение воевать – это дело наживное. Могут ли старые полководцы развиваться знатоками приемов современной войны? Конечно, могут. И не меньше, а, пожалуй, даже больше, чем молодые. Если только они захотят учиться на опыте современной войны. Если они не будут считать для себя зазорным работать над собой и развиваться дальше. Вся беда в том, что вы, то есть некоторые старые полководцы, не хотите учиться. Вы больны самомнением. Вы думаете, что вы уже достаточно ученый. Вот в этом твой главный недостаток, товарищ Егор. Что же, эту отставку ты мне подготовил? К сожалению, нет. Работал с тобою дружно. Подписывал, припечатывал, спорил, но не портил отношений. В общем, был дрянным партийным руководителем. За это мне и попало. Так что всю жизнь буду помнить. И правильно попал. Спасибо за откровенность. Ну что ж, приказ есть приказ. Я человек военный, привык подчиняться. Посмотрим, как вы будете воевать без меня. Пожалеете, но будет поздно. Не пугай. Большевики не из пугливых. У нас нет незаменимых людей. Многие нас пугали. Но они давно почивают на мусорной свалке истории. А партия крепка, как сталь. Эх, Иван Иванович. Откуда это у тебя? Кому прикажете сдать дела? Узнаете сегодня. Вас вызовут. Слушаю. Просите сюда генерал-майора Огнева и генерал-майора Колоса. Есть. Генерал-майор Огнев. Я очень рад, что по поручению товарища Сталина в
вручаю вам этот приказ о назначении вас командующим фронтом. Товарищ Сталин говорит, нужно смелее выдвигать молодых талантливых полководцев. Наряду со старыми полководцами. Выдвигать таких, которые способны вести войну по-современному, а не по старинке. Особенно сейчас, накануне перехода в решительное наступление. Приказ, о котором уже подписан товарищем Сталином.